Я сделала панкейки, но честно, рецепт мне что-то вообще не зашел. Во-первых, я сначала перепутала, как что делать. Я, короче, молоко не добавила и смешала желток с мукой, что у меня получилось прям капец какой-то трэш. Потом я добавила молоко, а то у меня были кусочки. И это все, блин, еле-еле раздробила, и то у меня некоторые кусочки оставались. Вот, ну все, дальше нормально было все, но... панкейки, реально не панкейки какие-то. Я панкейки жарю не первый раз, и вот такие вот у меня не получались. Ну, это я не знаю, зачем я такое сделала. Мягкие, но это не панкейки. Я помню, жарю панкейки, у меня прям получались вообще офигенные, реально вкусные панкейки. С джемом вообще катит. Я решила сделать тренировку. Сделаю я 10-минутную тренировку от помылки. По времени у нас сейчас 10:18. Самое то, вот я как раз таки потренируюсь и пойду мыть голову, потому что я иду в 2 часа на занятие. Ребят, сейчас сделала тренировку на бедра, ну, на внутреннюю часть бедра. Очень хочу от души посоветовать тренировку, мне кажется, она реально шикарная. Я прочувствовала мышцы прям на ура с первого, блин, упражнения. Это просто сос восстановления прям. Сейчас еще раз намажу вот так вазелином. Вот, он сегодня намного получше стал. Я вчера намазала, вечером сегодня проснулась уже вот так вот. Вот так вот, да. А было прям... Вот здесь сильно красное, вовремя некрасиво было. В общем, вазелин топ. В общем, сейчас я перекусываю. Еще я вспомнила то, что мне, блин, нужно накраситься. Я вообще забыла про это. В общем, в принципе, мне нормально видно. Я сейчас
чуть-чуть перекушу. Собственно, сегодня я была на занятии. У нас сегодня были танцы, я хожу в модельное агентство, если что. Очень занятие, мне очень понравилось, потому что я очень хочу пробовать себя в танцах. И я поняла то, что я могу. Для первого раза, как я сегодня танцевала, это достаточно хорошо. Слушай, ребят, пока ничего необычного, просто убираемся у моей в квартире. Вот. А, что хочу сказать? Что-то вам хотела сказать. В общем, кольцо чуть не упало. Сегодня будем кушать пиццу, мы заказали пиццу. Даже две. Вот. Поэтому круто! Ура! Пицца! Я сейчас не буду кушать ничего, потому что пицца будет через 2 часа, чтобы мне в желудке оставалось все-таки место. Вот, ну, собственно, я не знаю, что буду делать, но это поиграю в телефон и, может быть, сделаю тренировку, но не факт. Но было бы, конечно, круто. Так что вот так вот. Худеем. Пицца! Так, смотрим. Это пицца на сколько, Сэм? Много, да? 35, нифига. Кстати, она даже горячая. Да, мне вкусно. Другой шоу. Ну все, ну неплохо. Ура! Бери пиццу! Устроили вечериночку такую. Попробуем пиццу-синицу. Смотрите. Спасибо огромное за просмотр. Всем пока.